Раз дякую тобі за твій інформаційний блок і вже готова представляти гостей моєї студії. Сьогодні до нас завітав Володимир Слідзюк, правозахисник. Вітаємо вас, Володимире. Едуард Каражей, економіст. Вітаємо вас, Едуарде. І ще чекаємо на одного гостя. Незабаром у нас в студії з'явиться політолог Артем Рудомьоткін. Ну, а поки що, панове, скажіть, будь ласка, дійсно, ви бачите, що пересічні громадяни, на кшталт мене і моєї колеги, одразу, коли читають, що не НБУ буде випускати цифрову валюту, нам здається, що, о, мабуть, в Україні буде свій біткоін. Наскільки це справедливо? Ну, треба сказати, що сьогодні всі електронні криптовалюти, віртуальні валюти дуже швидко ростуть. І з спекулятивної точки зрення, чому б не спробувати? Более того, что у Украины достаточно много энергетических запасов. Мы знаем, как криптовалюта производится. Здесь, в принципе, нужно большой объем электричества. Вот, если запустить наши атомные электростанции из тех 45%, в которых они работают, хотя бы до 75-80%, то есть мы не будем знать, куда это электричество девать, эту энергию. Вполне можно было бы напечатать. Но тут еще очень важно не просто их напечатать, а сделать так, чтобы они продавали, чтобы был ажиотаж. Тоже нужно подумать психологически, как бы их продать, чтобы был в них интерес. И тогда, я думаю, что, ну, хоть если не 50 тысяч, но хотя бы несколько тысяч за одну украинскую криптовалюту можно было бы заработать. Но, с другой стороны, это не означает, что эта валюта будет находиться в обращении. Наши бабушки могут идти в хлебный магазин и покупать на эту валюту хлеб, потому что ни в одном магазине, думаю, сдачи не будет. А что вы мали на увазе, когда говорили, что за точки зору спекуляции можно спробовать? Ну, потому что многие сегодня зарабатывают на криптовалютах, и кто успел первый, тот сегодня просто создал фантастический, стал богатым фантастическим. Мы даже знаем ряд наших депутатов Верховной Рады, кто на этом разбогател, кто сумел пройти не одну, правда, не все компании были удачны избирательной Верховную Раду, вот, но в всяком случае мы знаем, что задекларировано достаточное количество, может быть, даже превышающее объем ВВП України, може би, навіть більше. Володимире, ваша думка? Знаєте, цим законом ми тільки наздоганяємо, будемо так казати, світову фінансову систему. Нарешті, оскільки в багатьох інших країнах вже подібні закони були прийняті, він був потрібен. Потрібен чому? Тому що криптовалютам вже доволі багато років, особливо перший найвідоміший з них – біткоін. І, власне кажучи, прийняття цього закону засвідчує, що криптовалюта, як багато хто думає, це не просто така шахрайська, так би мовити, схема, це дійсно певний фінансовий інструмент, і наша держава вводить його, робить його саме таким з прийняттям цього закону, фінансовим інструментом саме. З іншого боку, світ має величезну кількість прикладів, коли під виглядом певної криптовалюти існували, да, понзі-схеми, як кажуть американці, такі шахрайські схеми, піраміди, певна так звана валюта, вона рекламувалась як така, говорилося про якісь, там, будемо казати, програмні методи, да, чому вона є криптовалютою, в чому її цінність, а потім виявлялося, що це всього лише її цінність завищувалась всього лише маркетинговими методами. Да, і потім вона нікуди там не дівалася, люди втрачали багато коштів. Саме для того, щоб регулювати ці речі, зрозуміти, що є криптовалюта, ввести нових суб'єктів права, в тому числі не банківських, власне, ті установи, які випускають ці криптовалюти, і закріпити в тому числі і відповідальність убезпечити громадян певним чином шляхом посиленої ідентифікації від таких шахрайських речей. От. Тому це позитивний крок, але, на мою думку, трошечки запізнілий. Запізніли, а ще не зарані з точки зору розвитку нашої економіки в онлайн-мережі. Бо от, як зауважив пан Едуард, так, розуміємо, що з'являється власна криптовалюта, з'являються електронні гроші. Поки що не з'являється, можливо, з'явиться. Можливо, з'явиться, ми чекатимемо на неї. І ось можу сказати, що дочекалися ще одного нашого гостя. Запрошую до нашої студії Артема Рудомьоткіна, політолога. Він приєднується до нас. Артеме, ну от позитивно, панове, говорять про те, що маємо новину, що Національний банк України отримає право створювати власну цифрову валюту, і ми вже її охрестили українським біткоїном. Як ви вважаєте, запізно, зарано, на добре, і чи зможемо реалізувати? Ну, я здесь в першу чергу я би задав питання, для чого, да, це?
И уже после этого выходить, да, там, хорошо или плохо. Я пока окончательно не понимаю, ну, как бы, вот именно в, если мы говорим о цифровой валюте, я до конца не совсем понимаю, для чего это, если только мы не рассматриваем с точки зрения того, что у нас сколько там капитала у народных депутатов и, в принципе, у топ-чиновников в виде биткоинов. Да, то есть как цифровую валюту, как возможности банков их конвертировать, то есть, да, таким образом. Ну, других вариантов я как бы пока не могу найти, не могу объяснить. Но так или иначе, знаете, как я вот как раз здесь слышал, что было сказано рано, поздно. Знаете, лучше, чтобы было, да, как там говорится, лучше позже, чем никогда. Вот. Ну, я не сказав, що прямо геть пізно. Ні, ну, раніше можна було це зробити. В першу чергу, я би здесь, вот, у мене вопрос, который интересует, для чего это делается? Для того, чтобы, как указывается, приблизить к стандартам Евросоюза, окей, но, как бы, по сути, опять же, для среднестатистического украинца, по сути, опять ничего не поменяется. Да? Вряд ли кто-то из нас сразу же сможет побежать покупать этот биткоин. А то, что цифровая, ну, как бы, платежные карточки будут выдаваться, ну, в принципе, как бы, может быть, я что-то не до конца правильно понимаю, но, по-моему, с ними и сейчас особо, как бы, таких больших проблем не существует. Я попытаюсь ответить, для чего это надо. Поверьте, эта криптовалюта украинская, она будет не для украинцев. И не для граждан Украины, а будет для тех, у кого сегодня есть деньги, которые не знают, куда деть, их пытаются какие-то, как бы, для таких спекулятивных сделок, как купка по продаже каких-то облигаций, ценных бумаг, точно так же будут пытаться здесь как-то себя проявить, на этом заработать. Потому что сама по себе криптовалюта – это, в первую очередь, возможность уйти от налогообложения. И сегодня тот бизнес, который имеет много черных теневых денег, теневые, скажем так, правильное более слово, чем черные, ну, и черный может быть. Вот они как бы в этих валютах заинтересованы, что их никто не спросит, где вы взяли, откуда вы взяли, как вы купили, как вы продали. И сегодня в большинстве, 90% сделок налогом не облагают. Щодо речі, от, знаєте, ви зараз говорите, хочу зразу поставити питання. Я зразу пам'ятаю, що ми от нещодавно буквально говорили щодо декларування доходів і таке інше. Да. Наскільки я розумію, якщо у нас електронні цифрова валюта з'явиться в Україні, то вона не декларуватиметься. Ну, мы не знаем, как оно будет дальше, но есть только редкие исключения. Япония требует, где-то Китай, то далеко не вся территория, определенные там, как у них называются, территории, земли, уезды, вот как бы требуют этого. Где-то запрещают вообще криптовалюту в той или иной стране. Как будет в Украине, я думаю, если мы так начинаем уже поздно, я надеюсь, что это будет как-то организовано, осознанно, и государство понимает, что оно делает. Потому что, в принципе, я вам скажу, что с экономической точки зрения, вот так вот просто для нашей экономики это не нужно. Потому что сегодня тот свободный капитал, который есть где-то, да, его много, достаточно много, он тем более в экономику не войдет, он, часть из него пойдет в покупку этих криптовалют, и экономика страны этого никак ничего не почувствует. А если бы это будет именно национального банка, национальная криптовалюта, в которую будут вкладывать не граждане Украины, а извне, понятно, они будут ее покупать за доллары, за иены, там, за шекели, за евро, да, за валюту, которая более-менее твердая, тогда эти деньги можно вкладывать в экономику страны, то есть кредитовать, и тогда это будет экономический эффект. А просто так создать, ну, поэтому, может быть, я и говорю, именно спекулятивно, то есть успеть еще, очень важно преподнести, запродать ее, может быть, даже самими, ну, не будем сейчас обсуждать, какие механизмы, чтобы эту валюту раскрутить любым путем, я даже не согласен поступать нечестно, лишь бы украинская криптовалюта продалась как можно дороже. Я говорю честно, как оно есть. Вот тогда, да, от этого может быть какой-то эффект от всей, как бы, всей экономики Украины. А скажіть, панове, якщо з'явиться і все ж таки буде можливість у пересічного громадянина, наприклад, ну, вкласти гроші у нашу власну державну криптовалюту, ви б це зробили для себе? Знаете, вот как раз пока говорилось, я вот задал себе этот вопрос, вот готов, не готов. С одной стороны, вроде бы как и да, можно его было бы взять, попробовать, но с другой стороны, у меня вот большой вопрос, чем она будет подкреплена. Вот, да, как бы, чем подкреплена гривна, мы понимаем, да, определенно. Там, не, ну подождите. У нас не гривна, за криптовалюту. За криптовалюту. За криптовалюту, да, то есть гривна у нас подкреплена, да, золотовалютными резервами и долларом. Валютными. А чем будет в данном случае подкреплена вот цифровая валюта? Доверием населения к государству,
Можно, но тогда мы очень получим хороший срез того, насколько население доверяет государству. И как бы самые рискованные в первую очередь здесь же, наверное, завотятся. С другой стороны, чем? Общественным ажиотажем, да, ну, как бы, потому что чем больше будет на нее спрос, тем больше она будет дорожать. А, то тут, опять же, тогда становится этот, как его... чем общественный договор. И здесь сразу же мне вспоминается, что у нас, по-моему, нечто подобное. Я вот, да, я не особо большой знаток, поэтому, может быть, вы меня поправите. Что-то похожее было с MLM, да, когда было чем больше спрос, тем оно становилось дороже. Я вот в целом я ничего не имею против, но в данном случае меня больше интересует того, насколько она будет стабильной, чем она будет подкрепляться. Если она будет подкрепляться только общественным там, интересом, хайпом вокруг нее или в целом доверие друг другу, да, там, людей к ней, то тогда, да, она на просторах Украины может стать там, внутри самой Украины, она может стать там, определенным уровнем, обладати определеною цінністю. Ну, насправді, наш брат, він схильний до купівлі ось таких якихось цікавих начебто речей, які мають принести багато якихось інвестицій, тобто додаткових грошей. Ви знаєте, ну, там я не буду наводити приклади так, МММ це було досить давно, але буквально нещодавно ми мали приклад, здається, з компанією, яка намагалася начебто... Золотом, да? Так, так. Торгувати саме золотом. Зараз ми вислухаємо ще одну думку. З нами на прямому зв'язку знаходиться Андрій Блінов, економіст. Андрій, вітаємо вас. Чи ви нас чуєте, Андрій? Так, я чую вас. Мене чутно, добре? Так, вас дуже добре чутно. Вітаємо вас, дякуємо, що приділили час лайв-студії. Так, головне наше питання цього ефіру. А цифрова валюта Національного банку України, яка, можливо, скоро з'явиться в нашій країні. Ось ці три гостя студії поставили головне питання. Навіщо? Чи маєте відповідь на нього? Ви знаєте, ответ даю не я. Ответ дает как минимум последние 20 лет развития технологий не только банковского бизнеса, а вообще бизнеса, связанного с передачей информации, в частности, платежных систем. Во-первых, вы должны понимать, я понимаю, что таким предшественником или основой для нашего разговора является то, что президентом Зеленским подписан соответствующий законопроект, и он уже опубликован. Вступит, правда, в силу он только через 12 месяцев, но, в принципе, законопроект серьезнейший. Он является в значительной мере калькой европейского законодательства, так называемой директивы PSD2, то есть она уже принята в Европе несколько лет. И в целом описывает 9 видов финансовых операций, связанных именно с платежными системами. В том числе там две нефинансовые операции. Одна из них, ну, например, это получение подробной информации о счетах, это так называемая современная выписка, да, то, что, согласитесь, очень важно для различных реестров и их ведения, и получение из них информации. И вот только один из видов платежей и услуг платежных, а их всего 9, из них 7 финансовых, это является выпуск электронных денег. Но я так понимаю, именно это стало такой определенной технологической инновацией, которая обсуждается. Если говорить очень коротко, то сейчас центральные банки мира только тестируют возможности национальных электронных валют, они так и называются, e-доллар, e-евро, e-йена, e-юань. Ну вот у нас Национальный банк проводил уже первую песочницу, называется «Е-гривня». И в целом это немножко не то, что мы понимаем под тезисом, ну, например, биткоина. Да? Мы не знаем, никто им владеет, никто гарантирует там операции, ни то, кто обеспечивает даже защиту этой информации, ну, если не считать непосредственно уникального хэша. Здесь речь идет о так называемом термине, который именуется
цифровые валюты центральных банков. Это фактически тот же самый выпуск денег, только в более удобоваримой, более современной, скажем так, форме, которая в том числе удобна и уже достаточно привычна для, например, поколения миллениалов, которое мы вот там воспринимаем как сбросить на карту, что-то оплатить в одно касание. Поэтому Национальный банк, в частности, сейчас изучает только инструмент Е-гривни в трех ипостасях. Это программируемые деньги, это в любом случае это деньги электронные, которые точно так же гарантируются центральным банком, как сейчас, например, гарантируется любой безналичный платеж или любые деньги, которые сегодня в основе своей уже давно не являются наличными, а являются безналичными. Я бы даже сказал, что привычные нам наличные деньги — это просто часть электронных выпущенных денег разными центральными банками, ну, которые выпущены, скажем так, в более традиционной и привычной пока что значительной части населения планеты виде. Поэтому все центральные банки сейчас занимаются подобным настраиванием, подобным тестированием. Я бы вот все-таки бы отделял вот тему, скажем, криптовалют в чистом виде и тех денег, которые выпускаются центральным банком. В данном случае речь о выпуске электронных денег, Е-гривни, ведется исключительно в разрезе того, что этим занимается их эмиссией центральный банк. Ну, в Україні Національний банк України. Наскільки я розумію, тобто є гривня, якщо вона буде в нас введена, буде підкріплена так само, як і звичайна класична гривня з золотими резервами і доларом. Чи так? Правильно. Ну, доллар входит в резервы. Он не совсем правильно его называть золотовалютным, правильно называть международные резервы, потому что золота там мало. Там в основном действительно валюты и активы иностранные, в первую очередь доллар, США, евро, некоторые другие валюты. Ну, также немножко золота, да. Про эту информацию есть тоже на сайте Национального банка. Но, по сути, это, скажем, меняется очень сильно форма оплаты и форма денег. Вот люди, кто постарше, могут просто вспомнить, что, скажем, 10 лет назад еще никто не мог представить, это было только в фантастических фильмах, что можно оплатить, например, телефоном за что-нибудь. Да, то есть максимум существовали платежи удаленные только при помощи СМС. Чтобы что-то заплатить, вам нужно было приходить в банк, заполнять квитанцию. И за последние буквально 10 лет даже в нашей стране, посмотрите, как все изменилось. Да, мы можем это делать через компьютер, мы можем это делать через удаленные терминалы. То есть у нас очень сильно изменился финансовый бизнес. Он изменился на самом деле за последние 15 лет по всему миру. Поэтому этот закон и вот эти эксперименты, связанные с выпуском электронных денег, но это, собственно, дань, наверное, изменению технологий, которые произошли в мире, в передаче данных, дань четвертой промышленной революции, которая вовсю сейчас развивается, ее элементом или ее частью, безусловно, является финансовый мир, в том числе расчеты. І останнє до вас питання. На вашу думку, чи готова Україна з технологічної точки зору і рівня безпеки, забезпечення безпеки до введення цифрової валюти? Вы знаете, ну, в этом плане, мне кажется, что вот мы очень часто обсуждаем, где Украина хотелось бы, чтобы она входила в топ-20, топ-30, топ-50 стран мира. Вот. К сожалению, в большинстве областей этого не происходит. Но вот как раз в вопросах финансовых платежей, в вопросах безопасности, в вопросах качества IT-ресурсов, Украина, ну, наверное, безусловно, относится к топ-30 стран мира. Достаточно сказать, что у нас с 93-го года функционирует система электронных платежей, уже, которая там 4 уже уровня, как бы ее изменилось за это время. То есть фактически Украина еще в 93-м году отказалась от истории с Avisa, то есть вот с этими платежами фактически бумажными, и уже с 93-го года активно развивает систему электронных платежей. На сегодняшний день в Украине система электронных платежей работает в режиме 23/7, это значит 23 часа в неделю
23 часа в день, 7 дней в неделю. То есть фактически уже исчезает такое понятие, как банковский день. То есть понятно, что когда ты платишь наличными, надо успеть прийти до 4:45, чтобы касса не закрылась. А в интернете по безналичным платежам, в принципе, ты сейчас платежи можешь свои проводить практически в любое время, кроме технологической паузы с нуля до часу ночи. И о том, что Украина оказалась в числе, ну, это я точно знаю, 30 стран, которые проводила вот первый раунд тестов по цифровой валюте своей в 18-19 годах, я читал исследования, но, откровенно говоря, некоторые страны, которые мы относим к большой двадцатке, только сейчас проводят такие исследования. Поэтому здесь, я бы даже сказал, Украина идет вровень с лидерами стран планеты, может быть, даже некоторые известные страны опережают. Кстати, наше преимущество именно в том, что у нас многие вопросы не зарегулированы, у нас большая теневая экономика, и поэтому у нас многие вещи не были регламентированы, особенно вот карточный бизнес, переводы, и это все развивалось в дикие 90-е нулевые годы, и поэтому в значительной мере, я бы даже сказал, что у нас практика работает без законодательной основы. Ну, одной статьи из подтверждений, вот только то, что только сейчас принят этот закон. Ну и в какой-то мере это, наверное, является залогом того, что нам даже легче вводить эти изменения. Но, безусловно, абсолютно правы, я слышал кусок вашей дискуссии о том, что, естественно, всегда такого рода введение инструментов, оно всегда чревато и определенным ростом мошенничества. То есть абсолютно понятно, что на модные слова, на модные какие-то обещания золотых гор могут клевать люди. Просто история с MLM-пирамидами или подобными вещами, но это вообще очень мало связано с тем, что называется электронный гриф. Даже вот криптовалюта в чистом виде — это вообще несколько другой инструмент. Это так называемые цифровые активы. Кстати, закон о них по-прежнему не принят и в парламенте, и в околопарламентской экспертной группе. Но я знаю, очень широкая дискуссия по поводу того, что там вообще можно записывать, можно ли это регулировать и вообще смогут ли государства это регулировать в принципе. Потому что история развития государства — это история монополии на чеканку денег, начиная с чеканки золота на монетных дворах, заканчивая выпуском ассигнаций императорами или сейчас электронных денег современными центральными банками. То есть если этот ход вещей изменится, ну, значит, изменится мир принципиально, в том числе мир, состоящий из нескольких сотен государств. Дякую вам за ваші думки, дякую за експертну думку. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Блінов, економіст. Повертаємося до студії. Бачите, панове, ну, здається, зарано ми заговорили про український біткоін. Насправді, йдеться про просто нову форму тієї ж самої гривні. А як вважаєте, чи дійсно, от я зауважила для себе, що єдине, про що сказав наш спікер, це задля того, щоб, ну, трішки дістатися от розвинених країн у цьому сенсі, тобто у переліку варіантів розрахунку, ну і там на користь покоління міленіалів, які звикли там до різних варіантів, окрім дістати паперові гроші з гаманця і розрахуватися. Ну, абсолютно правильно ми про це, власне, кажемо. Чи частково про це говорили спочатку програми, про те, що сказав колега. Але я так само хотів би порівняти, от прозвучало, порівняти з безготівковими грошима, як такими, оцю криптовалюту. Да? Ми пам'ятаємо, що часи, можливо, коли що таке безготівкові кошти, що таке розрахунки там з картки на картку, ну, про це не могло бути й мови. Треба було дістати гаманець, просто дістати звідти папірець і тоді вже розрахуватися. З появою безготівкових коштів значно збільшилась маса коштів. Просто це пов'язано з тим, як вони виникають. Їх насправді не стільки банки виробляють, не стільки, вірніше, національні банки виробляють, скільки світова фінансова система через цю систему фінансових інструментів, коли одні дають в борг іншим, на цьому беруть процент, але все це існує просто в програмних засобах. Тобто це нічим не підкріплено, просто от фінансовими електронними інструментами. І внаслідок цього маса безготівкових коштів останнім часом у світі, власне кажучи, дуже сильно збільшилася. Це з одного боку, ну, на мій, знову ж таки, погляд, в певній короткостроковій, можливо, перспективі сприяє розвитку економіки, оскільки з'являється більше коштів, треба їх кудись вкладати. І вкладається
частково не тільки от в цій спекулятивній фінансовій операції, а й частково в якісь речі, пов'язані з реальною економікою. Але з іншого боку, це призводить до того, що сама цінність грошей, однієї одиниці грошей, вона знижується. І відповідно на сьогодні ми спостерігаємо, особливо в розвинутих країнах, таку річ, що людина, яка весь час чесно працювала, не займалася там махінаціями фінансовими, там чи не є спекулянтом, вона зараз не може прожити на свої збереження, які вона за все життя накопила. Облікова ставка по депозитам, вона дуже є низькою. І фактично ті кошти, які людина свої зароблені за все життя приносить в банк, вона не має можливості отримувати на них достойний процент, за рахунок чого жити, скажімо так, вийшовши вже у відставку на пенсію. Все це пов'язано з тим, що просто, власне кажучи, дуже сильно в рази збільшилася кількість оцих безготівкових коштів, які, це не національні банки їх випустили, вони просто самою фінансовою світовою системою були згенеровані. І от в тому плані поява ще одного, а не одного, багатьох насправді, бо тут не тільки Україна може випускати свою електронну валюту, і, власне кажучи, не тільки держава, і не стільки держава випускає електронну валюту, ми пам'ятаємо, як виник біткоін. І поява оцих додаткових засобів платежу, з одного боку, розігріває економіку і короткостроково сприяє якомусь її розвитку, але з іншого боку, знижує цінність самих грошей як таких. І внаслідок цього, на мою думку, знову ж таки, ми можемо з часом спостерігати подальше збільшення цього розриву між бідними і багатими. Коли абсолютна меншість багатих людей, які мають доступ до генерування оцих різного роду грошей, безготівкових, електронних, ще якихось, мають змогу на них заробляти, вони зосереджують у своїх руках абсолютну більшість світової економічної потуги. А люди, звичайні, вони продовжують поступово-поступово бідніти, і оцей розрив збільшується. Тобто це, на мій погляд, тут є негатив. І з цим так само з часом треба буде щось світові робити. Соглашусь, да, во-первых, просто меняется вообще восприятие в мире, отношение к деньгам, к экономике, ко всему остальному. То, что сегодня происходит, действительно, я согласен, что количество денег выросло, и мы, я думаю, наверное, нет в стране мало, кто не обладает кредитной картой, кто сегодня не пользуется и, скажем так, покупает товары в кредит, хотя где-то деньги все равно в запасе есть, и всегда этот кредит в любую секунду, как бы там, в течение дня может закрыть. Но в то же время это подогревает экономику, потому что заставляет нас покупать. А когда мы покупаем, заставляем больше производить. Когда мы заставляем больше производить, это есть развитие экономики, которое происходит. Что касается сбережений, ну, я вам скажу, Швеция, Норвегия, страны, где не мною посчитано, среднее сбережение на одного человека составляет 2-3 тысячи евро. Причем даже это не среднее, а максимальное, какое есть. То есть деньги, в принципе, не накапливаются. То есть в этом нет необходимости. Если мы посмотрим нашу ситуацию, украинскую, то у нас это еще тот менталитет, не знаю, с каких это пор, дореволюционных, послереволюционных, когда голодала большая часть территории. То есть мы должны знать, что должна быть свой угол, какой бы он ни был, да, стараться, чтобы он был максимально удобный, комфортный. И обязательно же быть деньги на черный день, есть такое выражение. В мире, чем дальше, все меньше, скажем, эта тактика или стратегия, политика имеет право на существование, в Украине она пока есть. И мы смотрим, опять же, мы оцениваем по тем сбережениям, которые существуют. Хотя сегодня больше значит, какая работа. И даже, опять же, вопрос, куда деваются деньги. Да, сегодня депозиты в банках, они фактически мизерные. В Европе депозиты носят отрицательное значение. То есть, если вы положите деньги в банк, в немецкий, не банк будем оплатить, а вы будете ему доплачивать, потому что там находятся деньги сегодня. Такая ситуация в Европе. Поэтому многие покупают ценные бумаги, многие покупают облигации, многие покупают акции, тем самым вкладывая куда? В того, хто ці акції, ці бумаги випускає. Підтверджується те, що я говорю. Да. Про знецінення готівкових, власне, да, коштів як таких. І поэтому, люди переходять в інші сфери. Совершенно. Нерухомість, в венчурний капіталізм і так далі. І тому когда подібне. Деньги наличні лежат в банку, як, хто ми пользується? Це якраз да, і банк посередник. Тобто банк бере наші деньги, їх перепродає. А сьогодні виходить прямий контакт. Тобто покупає ту іну цінну бумагу, ми не маємо с банком, да, конечно, там, в любом случае там тоже посредник есть, мы не можем так просто прийти на предприятие, в кассу давайте поменяем деньги на облигации вашего завода. Но, в принципе, это уже более прямой контакт, и деньги действительно, знаете, вот когда Европа создала одну европейскую валюту, евро, я думал, что это ненадолго. Как это, что общего между греками и финнами, да, португальцами и там... И норвежцами, но оно существует, и слава богу, я думаю, она не слабеет. Вот. И в то же время,
европейские страны Европейского Союза сэкономили миллиарды, десятки миллиардов только на том, что не нужно менять из одной валюты в другую валюту. То есть то же самое как бы происходит и здесь. Когда мы говорим электронные деньги, мы с ними можем приехать с украинской карточкой, на которой гривна, и рассчитаться в любой стране мира. Пусть это будет Черногория, пусть это будет Швеция, пусть это будет Америка. Мы без проблем чувствуем себя уверенно, хотя у нас на карточке гривна. Панове, ще є декілька питань, нас залишається буквально 10 минут, хвилин, але хочу все ж таки про них поговорити. Ще більше платіжних рахунків, ще більше платіжних карток, які зможуть відкривати платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори і деякі інші представники платіжних послуг. Навіщо це? Вы знаете, вот, что, я согласен абсолютно с Блиновым, что украинская финансово-банковская система, ну, действительно на очень хорошем уровне. Многие как бы ее недооценивают, именно граждане Украины, да? Но если сравнивается с сроком проведения платежей, с надежностью, защищенностью, нам нечего бояться. То есть мы находимся достаточно в хорошей, крепкой системе. И создавать еще какого-то роста, мне кажется, знаете, вот когда идет такой комментарий к такого рода законам, опять где-то, к сожалению, по каким-то популизмам. Как-то пытаются людям, не очень сведущим, понимающим, о чем идет речь, сказать, вот это нужно, потому что станет лучше. Ну, как по мне, достаточно хорошо. И что-то совершенствовать кардинально абсолютно не нужно. Все нормально. Давайте работать в той сфере, которая есть, улучшать, совершенствовать. Понятно, что наука на месте не стоит, технологии на месте не стоят. Давайте их использовать, может быть, даже опережать всю планету, но не делать из этого что-то такое хайп, давайте бегом, нормально. Ну, до речі, ви знаєте, от часто чула такі думки, що коли з'являється такий гучний законопроєкт, ну, наприклад, про боротьбу з контрабандистами або про олігархів, що начебто ним намагаються відволікти увагу українців від того, що десь там у тіньку відбувається щось важливе дійсно для нашого суспільства, а ми от обговорюємо такі теми. До вас питання, Артеме. Я тільки закінчу. Вопрос не в кількості карточок, а в тому технічному оснащенні, щоб кожен громадянин України, має на руках там відповідне средства, да, связи или чего мог это осуществить. Чтобы интернет был в любой степи, в любой пустыне, чтобы это было выполнимо. Да? То есть нажать кнопку, осуществить платеж. Вот об этом нужно говорить. Чтобы бабушка, которая плохо видит, плохо слышит, нажала правильную кнопку и отправила деньги туда, куда хотела, а непонятно куда. Это же питание еще до тей бабуси, еще вот, ты треба вот, дотягти. Вот об этом говорить. А не количестве карточек и какому-то. Их достаточно вполне. Артема, до вас питание. Чи не вважаєте, що цей документ певним чином є такий, що от привертає нашу увагу, від чогось відволікає? Я не думаю по двум причинам. Во-первых, у нас в большинстве своем населении и так мало интересуется какими-то вот там глобальными... Не та тема, аби відволікати. Да, в большинстве своем сейчас заняты тем, только тем, вот, как прокормить свою семью, как сохранить работу и где там и на что жить завтра, послезавтра. Это во-первых. Во-вторых, на повестке дня не стоит каких-либо там острых актуальных вопросов, которые вот там бурлят и от которых надо немножко отвести внимание. Именно поэтому, по этим двум признакам, да, я не склонен говорить о том, что это попытка отведения там, взгляда или там, внимания общественности от чего-то. Более того, если посмотреть, в большинстве своем, опять же, наверное, большинство даже и не знают об этом законе, и не слышали об этом законе. По одной простой причине, то, что я уже и говорил, да, для обычного украинца ничего не поменяется. Миллениалы уже могут платить, да, там, и большинство людей могут платить там, из телефона, уже просто телефон прикладывая. То есть в этом плане у нас нет проблем. А касательно того, что было сказано с бабушкой, ну, здесь кроме того, что дотянуться до этой бабушки, потом еще бабушке попытаться объяснить, как, что, да, этим пользоваться, потому что это тоже достаточно сложно, и люди более там старшего поколения, они в этом плане чуть более консервативные, они привыкли, вот есть наличка, вот мы наличкой будем пользоваться, потому что, опять же, непонятно, а вдруг я где-то что-то там не так нажму, не увижу, не пойму, или даже там не разберу, что это, что-то написано, куда я отправляю. Вот, поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, нет.
Дякую за відповідь. І ще є такий момент, що закон створює умови для впровадження в Україні концепції відкритого банкінгу, open banking, яка повинна об'єднати різних постачальників платіжних послуг і технологічні платформи в єдину платіжну екосистему. Планується, що open banking запрацює в Україні в 2023 році. Чи правильно я розумію, що якщо все піде, як то кажуть, за планом, то в 2023 році можна буде розраховуватися майже будь-яким засобом, будь-в якій системі і будь-за що? Ну, в принципе, сегодня я не вижу никаких ограничений. Единственное, что могут быть ограничения, смотря в какую страну вы отправляете и какую сумму денег. И опять же, в Украине проблем меньше, потому что со Штатов намного тяжелее перевести платеж вот так, куда захотел. Деньги идут значительно дольше, контроль над ними значительно сильнее. Вот, поэтому, может быть, мы не ворочим такие сумасшедшие деньги. Вот, и с этим никогда не сталкивались, но то, что сегодня есть, достаточно, скажем так, на 100% любые потребности сегодня можно удовлетворить. Поэтому, может быть, это правильно сказал товарищ Блинов, что этого нет сегодня в законе. Да? Вот оно существует, а в законодательной базе это нигде не подкреплено. Вот мы этим пользуемся, а оно нигде не оговорено, никаких нормативов. Ну, конечно, нормативы есть, допустим, Нацбанк всегда дает возможность особенно валюту переводить за границу и принимать, то есть должен быть какой-то учет. Но сегодня этот закон во многом догоняет, может быть, то, что сегодня уже есть. Поэтому даже те, которые пользуются, абсолютно согласны, они не понимают, что произошло. Оно уже есть. Зачем этот закон, который констатирует факт, то, чим всім пользуються. Ну, до речі, ми говоримо так, ми почали начебто навіть з української криптовалюти, розібралися впродовж ефіру, що йдеться про все ж таки цифрову валюту і це інше. І ще одна теза з законопроєкту: з метою мінімізації кібершахрайства посилюється відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами та засобами доступу до банківських та або платіжних рахунків, а також вимог до безпеки платіжних операцій. Постачальникам платіжних послуг необхідно буде використовувати посилену аутентифікацію користувачів в певних випадках. До вас питання, Володимире, скажіть, будь ласка. От, наче, знаєте, прогресивний законопроєкт, в якому говориться про цифрову валюту, і в той самий час говориться про те, що постачальникам платіжних послуг треба буде бути ще більш пильними і вводити додаткову аутентифікацію своїх клієнтів. Це абсолютно правильний крок, власне кажучи, це зроблено для того, щоб якраз таки зменшити кількість фінансових шахрайств, посилити відповідальність за ці шахрайства, щоб можна було ще до того часу, як кошти будуть злочинним шляхом, шахрайським шляхом виведені, щоб можна було встановити, хто це зробив, і притягнути його до відповідальності. Тому ці речі, власне кажучи, мінімізують, спрямовані на те, щоб мінімізувати ймовірність заволодіння грошовими коштами, в тому числі шахрайським способом, через кібервалюту. Ми знаємо, зараз величезна кількість шахрайств з використанням цифрової валюти. Ми знаємо, що сама по собі цифрова валюта, в тому числі, вона використовується для оплати послуг, які, власне кажучи, послуг чи товарів, які обмежені чи виключені з обігу. Тобто, власне кажучи, це злочинні кошти. Да? І так само посилення відповідальності допомагає у виявленні коштів, які отримані злочинним шляхом і фінансуються для того, щоб, вірніше, використовуються для того, щоб фінансувати, власне кажучи, злочинну діяльність. Тому я погоджуюсь абсолютно з тезами цього закону в цьому плані. Ви знаєте, єдине питання в мене залишилося, пропоную все ж таки начебто проголосувати. От ми на початку ефіру казали, що цей законопроєкт, він навіть трішки мав бути раніше. Так. З іншого боку, ми говоримо про те, що кому і навіщо він потрібен. Навели ми приклади бабусі середньостатистичної української. Так? Все ж таки, от ваш вирок, що до на часі цей закон чи ні? Все ж таки він потрібен зараз українському суспільству? Чи ми б могли жити ще деякий період без нього?
кібервалюта існувала вже до цього закону і існувала би і після цього. Тобто все одно, в тому числі українці і весь світ, він користуватиметься цифровими валютами, кібервалютами. Це вже, ну, власне кажучи, даність сьогоднішнього дня. Але так чи інакше, держави з певних міркувань, в тому числі з міркувань безпеки, потрібно ці питання врегульовувати. І краще це зробити трошки пізно, ніж взагалі не робити. Да? Тому я думаю, що цей закон прогресивний і правильний. Я думаю, для того, щоб ще багато європейські фінансові, мировые фінансові структури, компанії, фонди не боялись в Україну вкладати ці гроші, просто как бы, даже кредитно інвестувати. І цей закон, просто його наличие, да? Как бы будет, они будут чувствовать себя более увереннее, потому что будут понимать, что здесь законы а-ля Европа, законы а-ля там, Америка. И поэтому то есть, этот закон есть, они, даже, может быть, не читая, не вникая в его содержание, просто о том, что он существует в Украине, да? Вот это как-то будет, будет их, скажем так, не так сдерживать, инвестировать в Украину. Потому что, правильно, я сегодня сказал, мы привязались к европейской практике, к мировой практике. У них есть, а у нас этого нет. У нас должно быть так же, как у них, или похоже. Артем, ваше короткое резюме. Я думаю, что все развивается именно в данном случае своим чередом, тогда, когда это необходимо. И в данном случае сейчас этот вопрос стал актуальным, и поэтому был принят закон. И поэтому нельзя однозначно сказать, что он был рано или там поздно. Он был принят тогда, когда этого потребовала ситуация. Наступает силу через год. Обратите внимание. Тож, резюмуємо, непоганий закон, чекаємо на його реалізацію. І якщо все піде за планом, то за рік матимемо нагоду користуватися вже власною українською цифровою валютою. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Дякую моїм гостям. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. А на часі випуск новин, тож передаю слово Олександрі Дементьєвій. Тож, дякую тобі. Ми підбиваємо підсумки понеділка. Новини, які варто почути, далі в ефірі 7-го каналу.